В Одессе расследуют обстоятельства взрыва, прогремевшего в офисе одного из крупных украинских банков. Его слышали в нескольких районах города. Случилось ЧП в районе полуночи. Пострадавших нет, но здание получило повреждения. Сначала сообщалось о том, что устройство могло быть заложено в шахте лифта, но прибывший на место полиция обнаружил лежащий через дорогу тубус от ручного гранатомета. Поэтому теперь в качестве основной версии рассматривается обстрел со стороны улицы.